Борщевик в лесу ужасен, потому что он уничтожает подлесок. Это всякие травы и молодые деревца. Когда старые деревья погибают, молодые идут в рост, и лес восстанавливается. Но когда приходит борщевик, ситуация меняется. У нас пока нет данных за большие промежутки времени, но то, что я вижу сейчас, меня несколько пугает. Вот стволы деревьев, и между ними борщевик. Но если приглядеться, под борщевиком тоже борщевик. Это его всходы. А других-то растений практически не видать. Вот оно как, лес из борщевика. Ну а я чем могла, лесу помогла. Борщевик в лесу ужасен, потому что он уничтожает подлесок. Это всякие травы и молодые деревца. Когда старые деревья погибают, молодые идут в рост, и лес восстанавливается. Но когда приходит борщевик, ситуация меняется. У нас пока нет данных за большие промежутки времени, но то, что я вижу сейчас, меня несколько пугает.